добрый вечер, добрый вечер. Я крутой Светлов. Спасибо вам, что пришли сюда. Несмотря на то, что параллельно сейчас в культурном центре «Дом» проходит юбилейный концерт выдающегося музыканта Аркадия Шелкопера, тем не менее, мы очень рады, что вы здесь, и я надеюсь, что после моих слов вы не задумались о том, что как же, надо бы пойти в «Дом» тоже сходить. Нет, ничего, у Аркаши там все в порядке, и если что, мы потом посмотрим в YouTube его концерт обязательно, но тем не менее, Аркаши мы желаем, я надеюсь, он будет слышать нас потом по трансляции. Аркаше мы желаем, конечно же, здоровья, и чтобы он всегда был таким же настоящим художником, вдохновенным, искренним, откровенным, каким мы его любим. И спасибо его за его музыку. В общем, Аркаша, с днем рождения тебя, с юбилеем! Сегодня заключительный день фестиваля «Leo Records» в Москве. Завтра фестиваль будет проходить в Петербурге. 2 дня в Питере, потом день в Воронеже, 2 дня в Казани. То есть сегодня такой своеобразный экватор. Начали мы в пятницу в Архангельске, где фестиваль стал гостем фестиваля Владимира Визицкого. Продолжили мы 2 днями в Москве. Это был ДК, Дом культуры, магазин, неправильный магазин правильной музыки, где был огромнейший, потрясающий джем с самоваром из многих музыкантов. Продолжился он вечером того дня в ГЦСИ, а вчера был поистине невероятнейший день не только для нашего фестиваля, но и, в принципе, для всей импровизационной музыки, потому что вчера был, во-первых, бенефис Вячеслава Ганелина, одного из основателей импровизационной музыки в Советском Союзе. Это было в Еврейском культурном центре, где Славину музыку, если кто не был, я в двух словах быстренько расскажу. Слава играл соло, во втором отделении исполняли его написанную музыку, академическую музыку, классические исполнители. И закончили мы концерт в трио со Славой и с Олегом Юдановым. И продолжился вчерашний день потрясающим вечером здесь, на втором этаже в клубе «Козлова». Во-первых, выступал ансамбль «Ghost Knows», и потом Open Communication провел великий, ужасный Владимир Чекасин, который как раз-таки тоже играл в составе трио, выдающегося трио Владимира Вячеслава Ганелина. Ганелин Тарасов Чекасин. Что ж, я не буду долго занимать ваше время, тем более уже по сложившейся традиции в клубе «Козлова» здесь на первом этаже во время фестиваля «Leo Records» у нас проходит такой своеобразный марафон, когда много команд выступает, вот, и у каждой команды где-то такие сжатые сроки, наверное, полчаса или минут 40, или вот 20 минут каждой команде отведено. Сегодня будет 4 группы, хотя в буклетах заявлено 5, но, к сожалению, второе приближение не сможет, потому что Игорь Иванушкин опять же занят сейчас с Аркадием Шелкопером, а Татьяна Комова и Андрей Разин, к сожалению, заболели. Мы им желаем скорейшего выздоровления. Но, тем не менее, наш фестиваль продолжается, и, к сожалению, московский его день подходит к концу, но мы уверены, что в следующем году он будет также успешен и здесь, и, возможно, может быть, в доме мы его будем проводить, и в других площадках тоже. Маленькая ремарка, почему не приехал Лео Фегин. Ну, может быть, я не буду говорить, почему. Это достаточно техническая такая там случилась накладка. Но, тем не менее, Лео с нами, и я ему пишу постоянно о том, как фестиваль проходит. Была идея выйти с ним в скайп, но технически это не так все легко организовать, тем более учитывая то, что много музыкантов, проектор, еще Wi-Fi. Но, тем не менее, Лео, конечно, видит нас и услышит по трансляции. Вот, так что Лео все равно с нами. Что ж, я рад представить первую группу, которая сейчас выйдет на эту сцену. Как я сказал, будет 4 группы. Первая группа — это группа Руфер из Швейцарии. Вторая группа — это проект иркутского музыканта Евгения Маслобоева. Третья — это московский оркестр московских композиторов, который под управлением Владимира Миллера, но будет выступать сегодня без Владимира. И закончит выступление ансамбль Андрея Соловьева, который когда-то был как раз-таки
организатором и лидером оркестра московских композиторов. Ну что ж, я представляю первую команду. Очень рад, то, что при поддержке ПРО-Гельвеции к нам приехал сюда этот ансамбль. К сожалению, вчера частично ансамбль был представлен в Архангельске на фестивале, потому что просто некоторые музыканты из ансамбля не успели на стыковочный рейс. Но сегодня вся группа здесь, на этой сцене, и, возможно, они даже позовут нас, и мы с ними в конце их сета немножко помузицируем. Я так понимаю, что, судя по нотам, у них будет какая-то такая программная выписанная музыка, ну, возможно, с какими-то свободными импровизациями, возможно, они вам сами об этом расскажут, может быть, не будут говорить ничего, ну, хотя я думаю, что, может быть, скажут. Итак, я приглашаю ансамбль из Швейцарии, Руфор, так что... Руфор в составе Лука Сесера, контрабас и автор музыки. Лука Сесера. Михаил Джагер, тенор-саксофон, кларнет. Майкл Джагер. Вот он. Сильвия Кадыч, тромбон. Сильвия Кадыч, тромбон. Ив, как мы сказали, надо Ив тянуть. Тейлор Рояль. Тайлор, да. Не Сесил Тейлор. Ив Тайлор. И Митчи Штульц, барабаны. Я отдаю сцену нашим дорогим гостям из Швейцарии. Итак, замечу, что при поддержке ПРО-Гельвеции Руфор у нас в гостях. Hello everyone, we are Руфор from Switzerland. And hello! This is our first time in Russia and it's a big pleasure to be here. And the first piece called Fat Snap. Enjoy.
Thank you very much. I would like to introduce you to the band. On tenor sax, we have Michael Jäger. On trombone, Silvio Cadoce. And to my right, on the piano, Eve Tyler. And behind me, it's Michael Stulz on drums. Michael Stulz. Last piece called Drunk Octopus, a song about New York and beer. And next piece called Rockaway. I would like to thank some people. First of all, Leo Records, of course, and Leo Figin and Alexei Kruglov for invited us. Thank you very much. And to the Pro Helvetia, it's for the kind financial support they bring us to Moscow. Next piece called Rockaway, and this is a piece about criminal things. Thank you.
Thank you.
Thank you very much. Before we cut the set, we would like to play a piece with our Russian friends. It's Alexey Kruglov and friends. Please welcome. Спасибо, 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 спасибо большое. Большое спасибо вам. Мы такой сейчас сыграем джем, потому что хотелось и им, и нам что-то такое совместное придумать. И постараемся уйти в более какие-то другие пространства. Посмотрим. Итак, на сцену вышли, помимо наших дорогих друзей из Швейцарии, также Алексей Чичилин на гитаре. Его можно уже включать. Антон Котиков на сопрано. И Юлия Маликова на трубе. Ну и ваш покорный слуга будет немножко подыгрывать.
Thank you.
Алексей Чичилин, гитара, Антон Котиков, сам по-моему, Юлия Маликова, спасибо. Но этих музыкантов вы еще увидите сегодня в других составах. А я, из-за того, что у нас, как обычно, по традиции, уже время сжимается, приглашаю срочно на эту площадку проект Евгения Маслобоева. Это музыкант из Иркутска, который, он непосредственный, собственно, как и большинство здешних музыкантов, артист Leo Records. У Евгении порядка 6 или 7 альбомов на Leo Records. Не знаю, продаются ли они здесь, он на том столике, но альбомы ансамбля Руфер и других российских музыкантов вы можете вон там приобрести, если желание, возможность. Вот. А Евгения Маслобоева приглашаю на сцену. Он, как всегда, приготовил какой-то необычный для вас проект со множеством гостей. Евгений, наш дорогой друг из Иркутска, специально приехал на фестиваль. Евгений Маслобоев! Добрый вечер, дорогие друзья.
Привет вам из солнечного Магадана. Я хотел сказать, из снежного Иркутска. Мы уезжали, у нас вот такой слой снега. У вас здесь еще лето. Отлично. Мы вместе. Итак, мы тут проездом, правда, дальше Амстердам будет у нас. Надеюсь, что у нас будет Париж, но Париж у нас будет в марте, к сожалению. Вот немножко о нашем проекте, который сегодня мы привезли сюда. Это часть только большого проекта, который мы играем на разных площадках в городе Москвы, Питера. Сегодня ночью мы уезжаем в Питер. И будем продолжать Leo Records фестиваль, и будем играть еще на других площадках, помимо фестивальных. И в итоге, значит, мы сегодня решили так фрагменты показать этой программы, которая называется «Механическое зрение». Но пока тут здесь происходит некая пертурбация, небольшая преамбула. У меня есть друг, слепой художник, который живет в Австрии, в городе Вене. Он абсолютно слепой, и пишет картины, снимает фильмы. И вот по мотивам его короткометражек создана эта программа, которая называется, еще раз повторю, «Механическое зрение». Здесь в основу угла положен «да-да» немецкий язык, то есть тут есть немецкий, а есть «да-да» немецкий. А слово «да-да» — культуру. Те, кто знаком с «да-да» культурой, сразу же услышат что-то родное. Долго не буду говорить, я хочу сразу представить музыкантов, потому что потом я представлять, видимо, их уже времени не будет, на поезд будем торопиться. Итак, сегодня будет у нас вокал Мария Корнева. Фортепиано Ринат Гатаулин. Город Москва. Мария Корнева, город Иркутск. Сергей Храмцевич, баритон. Город Москва. Антон Котиков, сопрано-саксофон, город Москва. Игорь Титенко, город Иркутск. Он играет на всем, поэтому я не буду говорить, на чем он там играет. Очень много всего. Значит, по левую руку от меня Ярослав Курила, город Москва, электроника, вейв-драм. Петр Талалай, город Москва, электроника, перкуссия. Ангел Антальво, испанский гитарист, вот тут с нами в нашем проекте записался. Вот. Его даже можно назвать уже русским, наверное. Он постоянно в России здесь пасется, играет, я имею в виду. Очень часто приезжает к нам туда. И в итоге вот мы с ним большие друзья. Ну и меня зовут Евгений Маслогоев. И наш проект «Механическое зрение». Сейчас несколько минут, и мы с вами. Спасибо.
Es ist schon zu glücken, bewinnen den Wertdruck zwischen den Begriffen Kompetenz und Subsitzenführerschaft. Wir glücken Magazin in der Sowjetunion. Der Union der Sowjetischen Sowjetrepubliken gibt Antik. Darum war Katio Kappert. Ein blinder Mensch empfindet alle Güte. Der Geist ist kaputt gesichert. Der Blühe blühe. Der Kräuter blühe. Die Schnecken wie Schmerzen. Der Partei sagt, schnick Glocken. Die Pilmen, die Leichen, die Wald. Der Blühe blühe. Der Wald blühe. Ich trinke Wodka, Wodka voll durch die Ärmel in den Gelenken.
Oh, I can't do nothing.
starb und starrte auf die Fenster des Hauses, es ist ein Haus. Der Krieg rettet sein Haus, er konnte sehen. Morgen und auch an allen Posten versteht sein Zauber. Er schaut oft auf die Wolken aus dem Fenster seines Hauses. Er sagt sie, dem Fenster seines Hauses, der Strahlbaum der Glocke. Der Strahlbaum starb aus dem Fenster des Hauses, das ist mein thank you.
nas. Thank you.
Ich bin stolz,
Это вот такие очень талантливые люди, которых мы нашли буквально сегодня и, да, вчера. Но у меня все слилось в один прекрасный миг. Я очень рад, что мы в этом благословенном месте. Мы вас любим, мы вас очень любим. И мы передали вам свою сегодня любовь, частицу. Пожалуйста, унесите эту любовь домой, и она вас вырастет в огромную любовь еще и будет кушать, есть и пить и проситься на постоянную прописку. Спасибо. А давайте теперь представим музыкантов. Я представлю тех, кого я знаю, а дальше Евгений представит тех, кого он знает тоже. Итак, гость проекта, уже известный, но по многим проектам в Москве и везде, и в театрах, и где только можно, Петр Талалай, электроника. Ну, барабаны, электроника. Наш дорогой друг и гость из солнечного Мадрида, большой фанат Реала, и мы поздравляем Реал с победой в Лиге Чемпионов, Анхель Антала, гитара. Иркутский барабанщик, ученик Евгения, но уже москвич, который работает и живет в Белокаменной, Ярослав Курила. Баритон-саксофонист, лидер, ну, один из лидеров молодежной московской группы, такой панк-роковской, авангардно-фриджазово направленной группы, Сергей, название группы Годзе, Сергей Хранцевич. Еще один человек из Иркутска, саксофонист, флейтист, трубач Игорь Титенко. Игорь Титенко. Московский пианист и композитор, родом из Казани или Набережных Челнов, но это, в общем, уже не важно. Ренат Гатаулин, рояль. Вот замечательных друзей ты представил. Итак, сердце нашего проекта, душа, голос и наш прекрасный цветок, который цветет сегодня. А так вот ты какой цветочек аленький. Мария Корнева. Браво! Город Иркутск. Кстати, она тоже лауреат фестивалей и всевозможных конкурсов и концертов. И ее даже пригласили отработать в Meredith Monk. Но, к сожалению, Мария приболела и не смогла со старушкой попеть. Я хотел сказать, с нашей прекрасной Meredith. Поэтому сегодня мы вот своеобразную ученицу Meredith сегодня на сцене увидели. Те, кто знает, кто такая Meredith Monk, американский композитор, певица, перформер. Ну, в общем, молодец девушка. А Мария наша просто чудо. Спасибо вам за то, что вы оценили ее голос. Спасибо. И давайте еще раз поаплодируем музыкантам,
И, конечно же, лидеру проекта, нашему дорогому Евгению Маслобоеву из Иркутска. Евгений Маслобоев! Спасибо, я вас люблю, спасибо. Мы вас любим. Спасибо. Ну что ж, а мы приглашаем на сцену оркестр московских композиторов, который, лидером которого сейчас является Владимир Миллер, живущий в Лондоне, но который, так же как и Слео, не смог приехать на наш фестиваль, но тем не менее мы будем исполнять его музыку. Мы — это пианист-композитор Алексей Нажаров. Алексей Нажаров. Где-то он здесь был. Он уже за роялем. Алексей Нажаров. Барабанщик из Архангельска Олег Юданов. Олег Юданов уже за барабаном. Легенда московской фриджазовой и не только фриджазовой сцены. Участник многочисленных театральных, музыкальных проектов. Проектов с художниками, с поэтами, с актерами. Всем вам прекрасно, хорошо известный Сергей Летов. Сергей Летов. Это Сережа сейчас подойдет. Вот на сцену вышел контрабасист Вадим Провилов. Вадим Провилов. Еще один ветеран отечественной импровизационной сцены. Саксофонист и композитор, и бас-кларнетист, и флейтист Юрий Еремчук. Юрий Еремчук. Известная вам уже Юлия Маликова, ну и ваш покорный слуга.
Дорогие друзья, вот мы и готовы играть для вас наш сет. Как я сказал, музыка принадлежит перу британского пианиста-композитора Владимира Миллера, который является лидером оркестра московских композиторов, который, к сожалению, не смог приехать сюда, но мы будем исполнять его музыку для вас. Кое-что из этой музыки можно услышать на нашем совместном CD, который называется No Going Back. Правда, в продаже его нет, но, тем не менее, есть другие диски, которые при желании можете приобрести. Итак, композиция, которую Володя назвал, посмотрев документальный фильм про Сталина и, в частности, про последние его дни жизни, он назвал эту пьесу «Последний час жизни Сталина». Но по совету Владимира Тарасова мы решили убрать конкретику в названии композиции и переназвали ее просто в «Последний час». Итак, «Последний час», автор Владимир Миллер. Thank you.
Спасибо. Спасибо. Это была пьеса Владимира Миллера «Последний час». Следующая композиция, которую Володя посвятил своему крестному сыну, она называется «Иван». Всего 4 буквы, но в них есть много всего.
Большое спасибо, большое спасибо. Сергей Ледов, Сергей Ледов. Саксофон. Юрий Ремчук, саксофон, бас-кларнет. Юрий Маликова, флюгельгорн. Алексей Нажаров, рояль. Вадим Провилов, контрабас. И Олег Иданов, ударная. Оркестр московских композиторов по направлением неприсутствующего здесь Владимира Миллера. И если есть еще время,
мы можем еще одну коротенькую композицию сыграть. Две! Вы знаете, еще... Вот, к счастью, после нас еще замечательный коллектив Андрея Соловьева, и мы все-таки можем не сыграть, то, наверное, одну. Мы сыграем пьесу Володи Миллера, которая называется «Очень странно». В дословном переводе с английского она называется так. Гагарин спел гимн в космосе. Ну так. Гимн, который Гагарин пел в космосе. Thank you.
Большое спасибо, оркестр московских композиторов. Спасибо. Спасибо большое. Наш московский композитор Олег Юданов из Архангельска. Сергей Летов, флейта и тенор сакс. Юрий Ремчук, сопрано, саксофон и бас кларнет. Юлия Маликова, флигель горн. Алексей Нажаров, рояль. И Вадим Провилов, контрабас. Большое спасибо. И мы сейчас уступаем эту сцену заключительному ансамблю. Это будет заключительный сет фестиваля Leo Records в Москве. Завтра мы играем в Питере. И послезавтра тоже в Питере будет фестивальный день. Оба концерта пройдут в бывшем ГЭЗе. Ныне это называется Музей звука. Так что, если кто знает, если есть возможность, если вы вдруг в Питере, завтра и послезавтра приходите на эти концерты. Также и приглашаем вас в Воронеж. В Воронеже будет фестиваль Leo Records проходить в среду. Это состоится в книжном клубе «Петровский». И в Казани 21-22 числа фестиваль пройдет в Доме музея Василия Аксенова. Собственно, я все сказал. Я боюсь, что мы с Олегом Юдановым и с Евгением Маслобоевым не сможем дождаться окончания концерта, потому что нам нужно будет убегать на поезд в Питер. Но если вдруг мы еще здесь появимся, я представлю еще раз музыкантов. Если нет, заранее благодарим вас за теплый вечер. Большое спасибо и прекрасного прослушивания ансамбля московских композиторов Андрея Соловьева. Название не случайно, ведь именно Андрей Соловьев много-много лет назад, больше 30 лет назад, был основателем оркестра московских композиторов, который сейчас перед вами выступал. Вот такая немножко запутанная ситуация, но это сейчас, наверное, не важно. Важно то, что Андрей Соловьев с его группой на сцене, и я передаю ему микрофон. Андрей Соловьев! Добрый вечер, дорогие друзья. Приятно видеть стоическую часть, наиболее постоянную нашей аудитории. Наша сегодняшняя программа посвящена минимализму, потому что вся наша жизнь – минимализм. В зале людей – минимализм. И гонорары тоже. 4.33. Но, тем не менее, вот звезды завершают каждый фестиваль. Некоторые борются даже за это, стреляют друг друга. Мы никого не стреляли, хотя хотелось, конечно. Вот. Но наш ансамбль сегодня в среднем, скажем так, составе. Вообще у нас большой оркестр, хоть и называется ансамбль. Но сегодня мы решили сделать такую камерную программу. Посвящена она юбилею великого американского композитора Стива Райха. Даже пьесу одну специально написали в такой стилистике репетитивизма и циклических фаз. Называется «Take Face». Но это посвящение и Брубику, и Райху, который многие вещи свои называл «Face». Такое, в общем, своеобразное звучание. 8 духовых инструментов у нас сегодня на сцене. Нет, 7 вру. Планировалось 8. Ну, сейчас мои коллеги настраиваются, подключаются, потому что у нас много флейт, фагот, вот вы видите, все это тихие инструменты, их нужно хорошо подзвучить. Буквально через пару минут мы начнем. Mm-hmm.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Сегодня в нашем проекте Елена Сергиевская играет на флейте. Антон Котиков, которого вы видели, он тоже играет сегодня в нашем проекте на флейте. Анна Танковит также играет на флейте. Алина Юденцова, вот на уникальном, ради этого инструмента стоило устроить. И также играет на флейте. Но тоже флейта, только гнусавая. Да, на тенор-саксофоне Павел Танковит. И тоже играет на флейте. На трубе Антон Силаев. Гитара Сергей Седых. Шутка хороша, когда ее повторяют 3,5 раза. Бас-гитара Владимир Кисляков. И барабаны Владимир Бик Глушко. Меня уже представлял мой коллега Круглов. Да, ну, я имею в виду.
Thank you.
большое. И последняя композиция. Заключительная и последняя. Thank you.
вам большое. Елена Сергеевская. Антон Котиков. Анна Танкамит. Алина Юденцова. Павел Танкамит. Антон Силай. Сергей Седых. Владимир Кисляков. И Владимир Биглушко. Я ваш покорный слуга Андрей Соловьев. Спасибо. Если кому понравилась музыка, вот там в киоске есть пара пластинок.